Почти 20 миллионов тонн товаров перевезли за первые 8 месяцев 2017 года через КПП «Харгос» на границе Китая и Казахстана. Их общая стоимость достигла 70 миллиардов юаней. Таким образом, грузооборот увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная доля экспорта пришлась на фрукты и овощи. Фруктов за январь-август было вывезено почти 95 тысяч тонн, а их общая стоимость достигла 870 миллионов юаней. В годовом исчислении показатель увеличился на 80%. Специалисты связывают это, в частности, с упрощением таможенных процедур, хорошо отлаженной логистикой и большим спросом на фрукты в странах Центральной Азии. В этом году мы продали почти в два раза больше овощей и фруктов, чем в прошлом. В основном поставляем их в Казахстан, Кыргызстан, Россию и Беларусь. Благодаря реализации инициативы «Один пояс, один путь» и тесным связям с соседними странами, наш бизнес стабильно развивается. «Харгос» — крупнейший сухопутный порт на северо-западе Китая, и уже давно наметилась и сохраняется тенденция роста в торговле со странами Центральной Азии. Главной же причиной роста товарооборота является большой спрос на фрукты в Казахстане. Нам даже приходится специально увеличивать производство, чтобы удовлетворить потребности заказчиков.